Всем привет, вы на канале Темер, и сегодня мы смотрим Скибиди Туалет сезон 20. Новый сезон наконец-то вышел, и мы сейчас в нем посмотрим наши три серии. Скибиди Туалет 60, Скибиди Туалет 61 и Скибиди Туалет 62. Ну и те, кто не видели прошлую серию, естественно, разберем все эти серии, как только можно. Начинаем. Начинаем мы с самой первой серии, 60-й в этом сезоне. Потише сделаем. Итак. Опять у нас... Тут вообще серия непонятна. То есть тут вся серия непонятна. О чем разговариваю. Но прилетает... То есть они летающие... Скибиди Туалет, вы видели только что летающего. И... Дефлагбум их назвал Астроскибиди. То есть Астроскибиди и вот такие туалеты, типа Джимена и обычных туалетов внизу. Это обычные туалеты типа, а вот такие летающие, это Астроскибиди. Все понятно, я думаю. Мы сейчас будем смотреть и разбирать, чего они говорят. Опять они начинают болтать. Им что-то не нравится. Кстати, у всех астры. Обратите внимание. Только что, если можно заметить в некоторых кадрах, то что у всех астроскибиди, даже у самых первых астроскибиди, которые находили в самых первых пятой серии, может не в пятой, но в любом случае в какой-то дальней серии они были с красными глазами. Они все астроскибиди с красными глазами. И это тоже все. Короче, вот так все. И... Короче, Джимену что-то не понравилось. Но прилетает Скибиди Клешня. И это тоже Астроскибиди. И он тоже с красными глазами. И, короче, и другой Астроскибиди, который называют Астроскибиди Карусель, значит, хочет стрельнуть Джимену в рот. Но, этому помешал какой-то новый персонаж. Улучшенный Скибиди ученый, который прогнал этих негодяев. Они улетели. Джимен поблагодарил своего спасителя. И нас замечают. Камерамены тоже идут уже. И это все показывал у нас большой телевизор. И обратите внимание, это все видели Титан-камерамен и спикерман Титан. Они об этом знают. Следующая серия, это уже 61-я серия. Здесь у нас все уже поинтереснее. Опять почему-то на светофоре. А, тут желтый сейчас горит. А в конце серии зеленый. Это какой-то намек. Это 100% какой-то намек. Это 100% какой-то намек. Ну, не может такого быть. Короче, скорее всего, шанс того, что тут есть какая-то машина. Но сначала мы полностью посмотрим всю серию. Ты первый бежит. Камерамен пострадавший. Без руки. Жалко тебя. Едет Скибиди такси с пилами. Его уничтожают. Камераменчик, беги. И появляется Скибиди Иисус. Да, вот так он называется, реально, кстати. Я вам могу это доказать. А, ребят, простите, то есть это мы... Да, короче, знаете, где это находится? Это находится... Во-первых, в моем прошлом видео. Я там смотрел описание тоже этого... Скибиди Туалет 61. Во-вторых, вообще... Там написано Скибиди Джесус. Именно там, где сама серия, то есть 61-я. Не сезон, просто 61-я серия. И там уже реально отчетливо видно, как там написано Скибиди Джесус. Скибиди Джесус. Надеюсь, я правильно сказала. Джесус. Я в английском плохо, сразу предупреждаю. Вот наш Скибиди Джесус. Он уничтожал наших друзей камераменов. И остались только мы. Но появляется наш... Он торчится спикер-вумен.
И на нее не работает это излучение. Ей вообще все. Она опять своей силой откидывает все. Подпрыгивает, кстати, она на туфле. И смывает скибиди. Так, скибиди. И теперь все горит зеленым. Это может все равно что-то значить, потому что все вот эти зацепки, вот эти там цвета, там вот это маленький миллиметр, это все зацепка и все зацепка, зацепка и зацепка. Короче, да. Пришли спикермены. Танцуют такие рядом с погибшими камераменами. Хорошо вам, да, очень. Они уже на небесах. И она тоже танцует. Кстати, она выше, чем спикермены. Да. Тут как-то заметно то, что она выше. Но мы идем еще раз скибли. То ли 62 и уже... То есть 61. И мы там уже это найдем все секретики и так далее. Ребята, я не то, что перешел это назад, это сезон 2. Я уже скибли. Тулит 61, могу доказать. Вот. Потом вернемся обратно. Я вам сейчас прям отчетливо докажу то, что там написано Скибиджи. Так, у него. Джесус туалет. Вот это. Что это? А это что? Это у нас Скибиджи Джесус. Скибиджи Джесус, да. Вот в чем проблема. Вот. Он уже Иисуса добавил. Короче, начинаем. Желтый горит, пока ничего самое. Кстати, тут вот эти тяжелые локации есть, могут быть зацепки. Лежат туалеты, это понятно, после битвы. Здесь тут эта синяя машина будет. Идет Скибиди Джесус. И вот. Вот вы думаете, обычный кадр. Вот реально обычный кадр. Приглядитесь. Вот сюда. Тут стоит человек. Непонятно, дофагбума это или не дофагбума. Но там стоит человек. Угу. Да. Больше ничего не видно. Идут камерамены. Появляется у нас. Подожди, ты сейчас свет на светофоре выключишь? Вроде не так. Ну ладно. Лёд спикером. Не, я не вижу, не вижу. Не вижу, не. Ну, короче, все понятно. Чисто той самой машины нет. Я не вижу никакой синей машины, которая... Ну, вы поймете же, те, кто не смотрели мои... не поймут, короче, какая-то синяя машина. Я смотрю, какой обзор, скажу сразу, это не я придумал. Естественно, я нашел человека. Это нашел челика, который это записал. Но бывает, я сам что-то рассказываю. То есть это не по видео, а уже сам что-то задает. Да, это что такое вещь. Здесь, ну... Дома, и ничего сложного. Кстати, нашего бума нет уже. Там свет горел, он выключил. Все, нету ничего. Он ушел. Ладно, там ничего особенного, мне просто чисто не поставил. Спикер Вумен у нас опять танцует, ничего особенного. Зеленый цвет горит, зеленый. Кстати, зеленый. О, неплохо. Ну,
А мы переходим обратно в сезон 20. Продолжаем. И начинается одна прям таких интересных серий. Загадочных. Камерамена оживили эти челики. Смотрите, вам не кажется то, что они выглядят как-то слишком по-другому? Короче, вам не кажется то, что они... Вот. Они... Челики изменились. Очень сильно, очень хорошо изменились. Потому что у них вот эта зелененькая там фирмочка, типа вот эта черная, она зелено-черная. Она вроде GTA 5. Там есть такое. Вроде ты из GTA 5, да? Не шучу. Похоже. Вроде из GTA 5. Короче, у них раньше это держатель камеры был просто палка, а вот теперь там реально хороший механизм, который держит. И камеру улучшили у них. И кроме этого, там идет камерамен. Камерамены как-то оживили, я даже не знаю как. Мусор сплошной. Ну, есть одно но. Вот этот челик. Вот это. Красавец. Он знаете откуда? Это легенда. Это легенда. Он из Кибли Тули 19. И он как-то появился в 62 серии. Сейчас я вам его покажу в 19 серии. И вот. Мы на первом же кадре. Такого же камерамен. С таким же напитком. Я вам могу даже показать эту серию. Все. И все. Нашел, я даже знаю, где он находится. А ну тут другого скидки. Вообще, демон, скибиди демон, наверное. А это другой. Большой другой скибиди. А он тут скибиди демон, не знаю. Тут уже другая серия. Переходим обратно в сезон 2. Вот он, да. Ладно, продолжаем. И появляется большой камерамен. И вот, я вам все объясню. Это типа, знаете что, это типа они решили повеселиться над победой, нашли последнего скибиди туалет и решили поиграть им в баскетбол. Отличная идея. Он кидает первому. О, и короче, большой спикермен испортил ему всю игру. Они так расстроились, эти два челика. Он подкинул его, и я глушу его ничтоже. И смотрите, они смотрят. А он такой, а шо я? И появляется взрыв. Бегут скибидисты за одним бедным камерменом. Кстати, вот. Синяя машина, который номер. Я не вот вообще не понял вот этот разбор вот этой машины в вселенной. Ну блин, ну там реально. Я ничего не понял, но эта машина очень важная в сюжете. И... Смотрите за этой голубенькой машиной, внимание. Возможно, она что-то нам принесет. Нужно следить за этой машинкой очень внимательно. Так-то я ничего не понял, но если в будущем что-то произойдет, мы обязательно посмотрим. Если эту машину залезет, это будет машина легенда. Да, потому что она нас следует, надеюсь. И смотрите, черный дым. И появляется. Кое-что там вот это. Ну я, ну вы уже, наверное, заметили. Там какой-то плакат, кстати. Да, вот плакат. На него никто не обратил внимания, но это что-то. Это либо мем, как обычно, либо. Ну, либо это какая-то штука. Ладно. Летят. Летающие. Я бы не сказал то, что это. Может, это автор скинул, но навряд ли, потому что. Они на чем? Не хотят легко. И вот телепортируется наш любименький челик. Это скибиди ученый, который уничтожает просто. А я забыл вам показать. Вот скибиди ученый улыбается красиво, братан, здорово. Забыл вам показать.
Камерамен. А вот спикермен. И в том числе необычный. Первый. Надеюсь, вы помните то, что он был в серой рубашке. Все остальные, все совершенно. Они либо в серой рубашке, но у них черная рубашка. То есть в сером пиджаке, но у них черная рубашка. Либо в черном пиджаке, но у них белая рубашка. Короче, вот такие бывают. Вот так. Это единственный вид такого спикермена. Это реально первый спикермен. Самый первый. Я вам могу это доказать. Это либо скибиды будет. Вроде это находится в скибиде Туле 59. Сейчас я вам это покажу. Вот она, эта серия скибиды Туле 59. Давайте смотрим. Это такие камеры. Ну, пока ничего сильного. И вот начинается. Или не скажу, не помню. Летят два героя. И вот Спикермен Титан встречает своих друзей. Этот момент. Все обычные спикермены. Не в серой, не в серой, то есть не в сером пиджаке, а не в черном пиджаке. То есть там стоит, видите, камерамен с серым пиджаком. Ладно, серый пиджак, все, что ли, это тот самый спикермен? Ну нет, у него черная. Да, вот так. Нету такого. Все. Ну, сейчас будет такое. Давайте мы смотрим интересный момент. Просто на привлюху можно ставить. На привлюху можно ставить. Два мужика. Это прям две легенды. А мы обратно идем в... Короче. Короче, три серии. Да, все, вот так скажу. Так, мы снова тут. Давайте пока посмотрим. Пока нет ничего. И вот эти появляются скибидючки. Вот. Лучшие скибидючки. Бежим, ребят. Ой, какой неприятный звук, даже для нас. Вот. Давайте перемотаем немного, пожалуйста. Сейчас будет прям момент. Обратите внимание на ушки, ноги. Почему же он не упал и не начал страдать от этого? Потому что это... Он тут тоже есть. И был всегда. И вот потопал спокойной своей душой. А камерамен как раз надевает наушники. И скорее всего, вот на предположение, наверное, других. Да. Короче, в чем проблема? То есть, почему Дафагум нам кинул? Это просто для того, чтобы мы увидели больше. Потому что там есть такое, то что, ну, мутанты, сейчас они будут. Дафагум ушел, и нам все стало нормально. А эти пришли.
Визит Джимена, кстати, он не похож на нас. Тебя, потому что это у него не проработаны были глаза. И огонь из ран смешал. Да. Это маленькая ошибочка, но все равно, потому что. Кстати, вроде тут. А там шелок, кстати, интересно. Сейчас посмотрим еще раз. Возможно, в 20-м сезоне он все поменял. О! Изменил, поменял, пофиксил. Да, поменял, все. Потому что когда Дуля 62 вышла, не было. Поменял! И текстуру глаз добавил. Видим. Уже это проверим. И вот летит это Скибиди. Скибиди самолет-бомбардировщик. Но его называют, если честно, Скибиди-бомбардировщик. Он скинул очень много бомб сейчас. Там опять Скибиди паучок всех бачек. То есть там Скибиди, они все в наушниках. Вертолеты, камеры взрываются. И вот. Мы дошли до этого момента. Когда идет мутант, новый мутант, Скибиди Туллис. И он разрывает камеру Мэна. Из него течет кое-что. То, что не должно у него вообще быть, потому что он искусственный интеллект. Вот это. И вот это. То есть. Да фак-бум! Решил над нами посмеяться, сделал вот это. Мне это очень не нравится, и появляется еще один. Блин, почему он это сделал? Реально. Камерамен, ну ты зря, конечно, это. Знаешь. Ты их разозлил, брат. Ты посмотри, хули. Они на тебя очень неприятно, лицом уже смотрят, и им... Все, минус. Мы все просмотрели. Спустя всего лишь 22 минуты. Такой маленький вообще. Очень большой. Это очень много. Это реально много. О. Это очень большое. Ну а что сказать? Это сезон. Это 20-й сезон. Тут уже не шутки. 3 минуты смотрели. Получилось 22. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Темер. Всем пока, увидимся завтра. Пока. Пока.